связи с пандемией коронавируса в России была объявлена нерабочая неделя. Многие артисты еще в начале марта самоизолировались, так как культурно-массовые мероприятия были запрещены в Москве. Певцам и актерам пришлось отменить выступления. Большинство из них проводят время на карантине с семьями. Находится дома и Алла Пугачева. В замке ей не дают скучать муж Максим Галкин, а также дети Лиза и Гарри. Двойняшки много времени проводят дома, поэтому знают, как разнообразить досуг. На днях Гарри устроил представление вместе с мамой. Они спели дуэтом песню про пандемию. А вот Лиза решила поиграть в повара. Как оказалось, у нее есть собственная кухня с плитой, шкафчиками и всем необходимым. Галкин запечатлел, как наследница в зауженных джинсах, принтованной футболке с бахромой и джинсовой куртке готовит родителям еду. Девочка подала маме блюдо, но не настоящее. «Круассан на тосте, приятного аппетита», – сказала она, поставив тарелку. «Спасибо», – ответила ей Алла Борисовна за кадром. Итальянской чашки бульон. Круассан на тост. Поклонники восхитились не только тем, что девочка стремится готовить, но и ее стильным образом. «Получаю эстетическое наслаждение от этой прелести. Лизок – чудо. Хозяюшка, мамочке так как приятно. Заботливая маму накормила. А наряд какой?» – прокомментировали пост подписчики. Спасибо.